Всем привет, ребята, с вами канал Злобяша, и мы продолжаем с вами исследование этого огромного, офигенного завода под названием МИГ. Это умирающий завод в Москве, таких заводов у нас осталось просто по пальцам пересчитать, и мы сегодня находимся снова на легенде. Я снова в этом цеху, который мы смотрели в предыдущей части. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании и в подсказочках. Они невероятные, атмосферные и интересные. А мы сегодня с вами посетим лабораторию, другие цеха. Будет супер классно и годно. Не переключайтесь. Погнали! Зона отселения, подписочку. Это наш проводник. Здравствуйте еще раз. Все, идем, короче говоря, на улице надо быть очень тихими, потому что обходы идут постоянные. Чайки нас палят. Да, чайки палят и дезориентируют как-то обстановку. Все, давай, тихо. Давай, Соня, риск. На открытой территории нужно очень осторожно находиться. Ходить по акустикам максимально тихо, чтобы заметить охранника, если вдруг он пойдет. Если что, притворяемся кошками. Все, ребят, дойдем сейчас до цеха, и я вам поснимаю. Все, нам сейчас нужно залезть туда. Ё-моё. Да, офигеть, колеса от самолета, ребят. Мы сейчас находимся реально в зоне риска. Нам надо максимально быстро залезть туда. Будем нарваться на обход. Все, встретимся наверху. Так, ребят, вот мы залезли на крышу цеха. Пока все идет по плану, все четко. Нас не спалили. Сейчас мы будем продолжать с вами исследование. Зайдем в главный цех, посмотрим, может быть, какие-то детали остались. К сожалению, корпуса самолетов уже распилены. Но мы посмотрим, что осталось, потому что я не знаю, сколько этому заводу осталось жить. Все сейчас вам покажу. Ребята, мы сейчас находимся на крыше самого большого цеха на этом заводе. Посмотрите, это все идет, этот цех. Это город в городе. Мы сейчас находимся на крыше этого цеха, то есть там идет цех. Вот это все, это цех. Сейчас мы туда спустимся, и я вам все покажу. Эти невероятные масштабы. Ребята, мы до сих пор идем по этой территории. Это до сих пор все крыши этого огромного цеха. Вентиляция, смотрите. Там, собственно, и этот цех. Там даже что-то осталось. Блин, спешим туда. Вот, ребята, собственно, с крыши мы попадаем в цех. Заходим. Все вам тут покажу, расскажу. Все, что увижу я, вы увидите и вы. Здесь все, здесь рабочие кушали, то есть не отходя от производства. Культурно-массовые мероприятия, у них досуг, шахматы, теннис, настольный бильярд. Все здесь можно было увидеть. Тут находились сварочные цеха, сборочные цеха и херова гора еще для маленьких и больших цехов. Это вообще тут делали все. Самолет до самой верхней точки, до самой маленькой антенны. Угу. Здесь собирали. В этом цехе, да? Да. Обалдеть. Это просто вот город в городе. К сожалению, тут осталась вот такая вот разница. Разного этого рода цеха. Есть такие тленные, есть более-менее нормальные, есть сохранившиеся. Ну, короче, тоже всякого. Повидаем. Это столовка конкретно. Холодильник. Там таких было несколько штук. Ну да, вот вытяжка. Да. Ну да, на такой большой цех, конечно, да, здесь нужно было накормить всех, кто тут работает. Люди никуда не ездили, не покупали бизнес-ланч за 300 рублей. Как ты сейчас делаешь, да? Я сейчас делаю, да. Они просто приходили в столовую, кормили на убой, и они потом шли дальше. Короче, все для беспрерывного производства. Ну, это тоже бесконечный цеха, и мы сейчас будем запутываться. Да, мы сейчас будем ходить по лабиринтам и включимся, где найдем прям интересное для вас. Вот такой вот огромный цех представляется в ваших экранах сейчас. Тут какие-то звуки. Это чайки орут, какие-то странные звуки, наверное, это ветер или еще что-то, но, как вы видите, цех живет просто своей жизнью. Что это такое долбится? Это чайка об стекло. А, да ладно. Да, они садятся на стекла, а стекла не стеклянные какие-то эти, текстолитовые, поэтому звук такой глухой, как будто что-то громит. Да.
Ну и разруха, ну и погром. Вот будка Чапуска. Бывшая? Да. Там должны быть тоже плакаты с голыми женщинами. Так, ребята, сейчас пойдем посмотрим плакаты с голыми тетями, но вам я это показывать на Ютубе не могу. Покажу в своем телеграм-канале, поэтому обязательно, кто не подписан, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Да, голых тетей тут не осталось. Аквариум. Да, аквариум какой-то остался. Какой там год, я не вижу. 2016. Ребята, смотрите, что мы тут нашли. Газета миговская. Непонятно какого года, я не вижу. Ну, такие газеты тут выпускали. Дальше идем мы к такому бескрайнему просто коридору. Прохода нет, написано. А, закрыт. Что же тут осталось? Вот это вот место мне напоминает один прекрасный завод. Вообще, конечно, все заводы вот такие вот помещения на себя немножечко похожи. К сожалению, мы не знаем, что делали в этом цехе. Можем лишь только догадываться, что либо какие-то детали, может быть, даже те же коляски. Кто его знает? Потому что все детали уже повывозили отсюда, распилили, сдали на металл. Что-то валяется на улице, как мы с вами видели в предыдущей части. Нет, в этой части. Я уже, видишь, запуталась, потому что тут такое огромное пространство. Тут хочется гулять и гулять, и не уходить отсюда. Но тут, если гулять, то можно просто неделю ходить, и тебе это не надоест, потому что тут просто невероятная атмосфера. Смотрите, мы из одного помещения попадаем в другое помещение. Тут были такие вот двери, которые перекрывали проход из цеха в цех. И вы просто зацените этот масштаб. Огромное помещение, огромное. Вы просто представьте, здесь когда-то стояли станки. Это вода, я не могу понять. Пойдем посмотрим, где она течет. Смотрите, ребята, вот здесь вот течет, здесь протечка. Не знаю, что-то видно или нет, но я думаю, по звуку вы это можете услышать. Сейчас пойдем посмотрим, что там капитально течет. Боже. Здесь вот залаз наверх. О, ничего себе, тут реально поток. Вот такие вот крутые помещения. Это туалет или что? Ну, это какая-то ванна. Боже мой. Посмотрите, тут все в воде, там вон течет, там протечка. Боже мой, тут еще какой-то цех. Да, господи, нам тут и за неделю это все не обойти. Спецовка. Миговская. Тут уже еще электричество, если кто-то начнет коротить. Ты реально можешь купить электричество, да, которое работает? Тут есть у меня какой-то этих свет. Видишь, когда отсюда? Из воды, которую мы видели. В этом цеху шили подушки для сидений самолетов. Вот, посмотрите, остались даже экспонаты некоторые. У нас тут происходит разведка местности. Проверяем, что у нас тут по охране. Кабинеты замначальника цеха номер 14. Вот, пожалуйста, цех номер 14. Можете посмотреть карту Минга. Светильники до сих пор на месте. Пахнет такой, знаете, штукатуркой, которая уже облетела. Но мы отправляемся с вами дальше. Спускаемся в новый цех. Вот по такой вот лестнице. Просто посмотрите, перила здесь сдали уже на металл. Вот такой вот светлый, огромный цех, в котором что-то производили. Еще раз повторяю, что из того, что мы вам перечислили, остается, конечно же, загадкой. Этого мы с вами не узнаем. Тут производство очень масштабное было. 2000... Какой-то нулевый год, нулевые года. Это картотека. Здесь она пустая. Обращаю ваше внимание, если там мы с вами видели полные картотеки, каждый номер что-то означал. Это знали только лишь работники этого завода. У них, как мы выяснили, была секретность, степень секретности. И разглашать информацию они не имели права. Каждого сотрудника при выходе обыскивали, чтобы никакую деталь он не унес отсюда. Потому что здесь, как вы понимаете, делали все-таки самолеты. Снова лампы. Тут даже лампочки остались. Никто их не снял. Так, друзья, я вам включила, чтобы показать вот эти люки. То есть тут была своя канализация. Это просто город в городе.
Мы все никак не уйдем с этого цеха, потому что мы тут все рассматриваем. Да, может быть, вам кажется, что тут руины, но в предыдущей части мы просто обалдели. Зацени коридор просто. Боже. Тут просто края не видно. Километр можно бежать. Ну что, друзья, вот мы пришли уже в следующий цех. Тут их безумное количество. Мы гуляем сегодня с вами по цехам бывшего завода МИГ. И посмотрите, что нам удалось найти. Посмотрите. У нас тут сохранился нос от истребителя. К сожалению, самих корпусов, самих самолетов здесь не осталось. Тут осталась лишь груда мусора от самолетов. И вот все, что вы видите своими глазами. Сейчас мы с вами отправляемся в главную охранную будку, где производилась контроль пропусков, чтобы войти в главный цех этого места. Сейчас мы посетим с вами эту будку. Тут ничего не осталось. То есть кому можно было заходить на территорию, кому нельзя было заходить на территорию. Угу. И они сидели тут и проверяли пропуски. Да, какой цвет у тебя пропуск. Можешь ли ты идти или пошел нахуй. Все, а мы отправляемся, собственно, в сам цех. Куда нам пропуски выписать? Проходите, молодой Только человек. Мы здесь не пройдем. Почему? Там запилено? Заколочено. Все, ребят, сейчас мы окажемся в этом цеху прямо через вашу миллисекунду. Мы тут поднялись на второй цех завода. Посмотрите, какие здесь кабинеты сохранились. Кстати говоря, только что слышали, как по территории приезжала машина и очень громко орала музыка. Надеюсь, что в цех их не приспичит зайти. Потому что мы тут немножечко сейчас нашумели. Но здесь вот тоже сохранилось что-то, где сидели... Какие-то начальники, наверное, скорее всего, потому что обычно рабочие трудились вот там вот, в цехах, в самих сборочных. Такое огромное архивное тоже помещение. Цветочки тут совсем уже канули в небытие. Тут подписаны категории помещений, но я, ребят, ничего не понимаю, к сожалению. Фотки, смотрите, какие-то тут остались. К сожалению, у меня нет совершенно времени разглядывать. Кстати говоря, смотрите, бутылки стояли здесь. В каждой комнате просто кипы, кучи, огромные кучи бумаг, документов. Все это вот так вот перевязано, складировано, и все это уйдет скоро. Ребята, у меня для вас очень интересная находка вот в этом вот цехе, в котором мы сейчас находимся. Вы просто вот попробуйте угадать, что же там такое сейчас передо мной находится. Вы ни за что не догадаетесь, но я вам покажу. Это, блин, сауна. Что она здесь делает, я понятия не имею, потому что там люди трудились, работали, а вот тут вот заходишь и такой, типа, я в сауне. Посмотрите, вот тут все, блин. Сделано для отдыха. Это очень странное помещение. Оно находится в очень странном месте. Это душевые, я так понимаю. Да. Плесневые. Охереть. Так, а здесь у нас что? Ждачи. А это сама русская баня. Парилка. Парилка. И тут, я не знаю, это какие-то детали или что вы помимо камней еще накидали. Мы с вами идем дальше. В тот самый цех, в который мы пытаемся попасть. И тут, кстати говоря, рукомойники. Посмотрите, такая вот телега у нас тут. Который тоже завален все документами, архивами. А, что это? Масло, по-моему. Хорошо пахнет. Не уверена. Я в этом месте это не нюхала лучше. В общем... Тут тоже всякие инженера сидели, конструкторы. И тихо. Боже, тут тоже полно всяких... Видишь, я тебе говорю здесь. Причем, смотрите, какой светлый, светлый кабинет, светлая комната. Боже, тут, кстати говоря, так жарко. Да, я поняла, я вам снимала, ребят, показывала это. Так все вам хочется показать, но, к сожалению, день не бесконечный. Хорошо, что сейчас так долго у нас светло, но мы вам можем максимально много показать, что тут осталось. Не могу пропускать. Вам эти светлые комнаты, 2017 год, между прочим. Посмотрите, какие они классные. Тут даже особо освещение не нужно было, особенно в летний длинный световой день. Ребята, мы только что услышали какие-то очень громкие звуки и голоса. Такое ощущение, что мы тут совсем...
Я не удивлюсь, что на этом заводе либо кто-то тоже лазит, либо кто-то тырит металл, либо здесь охрана. Черт его знает. Вообще понятия не имею, что здесь может быть, потому что вы сами видели какой-то город в городе. Ребята, сейчас возникли непредвиденные обстоятельства. Там рабочие работают, что-то делают. Очень странно, да, что в субботу вечером они открыли цех, открыли ворота, там прям голоса, там шум. Нас чуть не спалили, и нам отсюда лучше уйти, поэтому в тот главный сборочный цех мы отправимся в другой раз. Оставайтесь с нами. Ребята, смотрите, тут таблички выхода горят. Тут пахнет медпунктом. Да, вот тут тоже лаборатория какая-то. Тут, кстати говоря, свет работает, потому что таблички выхода горят. Смотреть, чтобы камер не было. Да тут могут быть камеры. Ого, какие-то приборы. Угу. Так, вот здесь сейчас работает свет. Проверим. Ну уж. Все, проверим, хватит. Тут прямо рядом, как вы понимаете, окно, через которое нас могут спалить. А здесь вообще была какая-то лаборатория. Пункт, наверное, был. Медицинская карта. Вот тут чья-то. Ампулы. То есть здесь, если вдруг какой-то ЧП, или, может быть, какие-то прививки делали. Здесь я приглушу свет, потому что очень большое палево. Такой архив, наверное, с медицинскими карточками, как я понимаю. Тут кресло гинекологическое. Где? О, гинекологическое. Что она тут забыла? Что она тут делает? Наверняка сотрудники этого завода проходили диспансеризацию прямо здесь. В общем, ребята нашли тут датчик движения. Вот над табличкой выход справа. Полезем туда или нет? Да. Тут тоже датчик. Он не работает, судя по всему, включен. Он тут очень палевное помещение. Первый этаж очень палевный. Можно орать. Точно не совсем, блядь. Короче, не стоит здесь сидеть фонарями, я думаю, надо уже отправляться дальше. Ребята, идем на второй этаж. Все-таки на верхнем этаже будет безопаснее. Цветок, кстати говоря, тоже зеленый. Тут вот работает уже свет, здесь уже более опасно, тут оживленная территория. Сейчас быстро проверим второй этаж. Самолет. Все-таки выйдем? Да, выйдем. Ура! Я вам снимаю тут в восьмах, потому что здесь очень оживленная часть, друзья. Все, если сейчас найдем что-то интересное, я включусь. Друзья, мы поднялись на третий этаж. Услышали там очень странное пищание, там, по-моему, свет. Стой, там свет включен, что ли? Это дежурная, да. Библиотека здесь, ну, в смысле... Ребята, я тут включаю фонарь. Тут горит свет. Я замолкаю. Все, ребята, я замолкаю. Нам нужно прислушиваться максимально к звукам, потому что хрен его знает, что тут вообще такое. Вот это посмотрите у зоны отделения, что там. Мы с вами прогуляемся дальше. Вот тут, смотрите, такие вот просторные кабинеты. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё, тут кто-то чилил. Посмотрите, винишко у нас тут осталось. Кто-то сюда, походу, еще и придет. Обращаю ваше внимание на горшок с кактусом. Он еще совсем целый. График работы на 2017 год. Еще раз вам показываю этот бескрайний коридор, в котором горит свет. Вот здесь у нас тоже, видите, горит свет. Тут все перевернуто, тут бедлам, тут посуда. Вот там, видите, что там мигает,
Фиг его знает, что здесь такое, почему здесь горит свет, почему тут все повключали к чертовой матери. Какое-то офисное помещение. Не совсем. А что это? Большой. Не знаю, что это такое. Блок щитов управления. Вот, видите, зона отделения сказала, что это блок щитов управления. Тут тоже календарь на 2017 год. Ё-моё, нифига себе панель. Как на атомной электростанции. Очень круто. Да, ребята, я думаю, это не то, что достойно вашего лайка. Это прям пипец, как достойно вашего лайка. Смотрите, здесь, короче говоря, работает телефон. Мы пока фоткались, увидели это. Не знаю, на камере будут слышны гудки или нет, но они идут. То есть здесь каждая кнопка, в какой-то цех можно было дозвониться. Ну, или на какую-то станцию. Ну, как-то так, друзья. Кнопки горят. Да, и здесь тоже горят. Поэтому мы идем дальше, не будем тут задерживаться. Ребята, слышны вам вот эти звуки? Что-то пищит. Что я совершенно непонятно. Наверное, какая-то сигнализация. Может быть, пожарная, может быть, не пожарная. Я понятия не имею. Тут свет горит. Да, свет горит. Хреново, если он какой-нибудь важный. Это здесь пищит что-то. Непонятно, что за архив, тут подписаны опять какие-то номера. Что-то пищит, а мы прямо идем на это пищание, на эти звуки. Да, что-то мы как-то... Возможно, это какой-то секретный архив, нам тут лучше не находиться. Возможно, секрет, тут же чертежи. Туда не пойдем. Ё-моё, очень неприятный звук, мы не дошли до него. И, походу, здесь тревога включена. Это сигнал тревоги. Все сигналы включены. Вот, смотрите, это все чертежи, капец. Блин, это же хреново, конечно. Что мы засняли, ребята? Да, они все безымянные, под какими-то шифрами. Да, тут везде тревога горит. Это плохо. Пищание на, просто на весь цех раздается. Мы вышли, в общем, из той комнаты, где что-то пищит, и попадаем в такую светлую комнату. Я даже предположить не могу, что здесь было. Может быть, какой-то учебный кабинет. Может быть, тоже люди что-то делали. Я не знаю, друзья. 2017 год. Может быть, это были рабочие места. Может быть, здесь люди сидели, что-то отмечали, судя по тарелкам, оставленных здесь. Но выглядит это крайне атмосферно. Тут за такими шторками у нас находилось что-то вроде гардеробной. Вешалки здесь. Ё-моё. БММ. Такая довольно-таки просторная комната. Год. Такие старые мышки, монитор отсюда уже забрали. Опять-таки сковар телефона в одном месте. Отдел 26. Мы поднялись на самый верх. Этого города. Я даже не знаю, как это назвать. Доска объявлений. Дверь какая-то. Идем сначала в это крыло. Держимся все вместе. Ё-моё, как здесь атмосферно. Профсоюз. Профсоюзная жизнь отдела 26. Боже. Боже. Кульман. Посмотрите, какая красота. Увидя это, я радуюсь, как ребенок. Это очень круто. Какая атмосфера, просто посмотрите. Жесть вообще.
Это что-то нереальное. Боже мой, смотрите. Самолет. Пластмассовая модель. Класс. Что, МиГ? Да, походу. Вон написано. МиГ. Офигеть. Ребята, это прям совсем свежак, потому что, посмотрите, тут все зеленое. Думаю, что нам с вами надо пройти дальше. Так хочется заглянуть в каждый ящичек, вы посмотрите. Такой невероятно атмосферный пейзаж с Кульманом. То есть тут было рабочее место какого-то инженера, а вот здесь за его спиной был Кульман. То есть тут каждое рабочее место вечно-то. Сейчас это просто-напросто никому не нужный плен, по которому мы здесь гуляем. Будете посмотреть, какие рисуночки разных годов. Я не знаю, наверное, это рисовали чьи-нибудь дети. На территории слышны какие-то звуки. Смотрите, работала какая-то женщина. Тут он тени навек или что-то вроде этого. Здесь у нас, посмотрите, за шторками висят маски. Это у нас такое напоминание о 20-м году. Предлагаю насладиться пейзажами, потому что этого скоро ничего не будет. Кстати говоря, раскладушка здесь имеется, наверное. Работники иногда отдыхали. В обеденное время, может быть, кто-нибудь мог себе позволить прилечь на 45 минут, которое было отведено им на обед. Тут за шторами у нас осталась чья-то спецовка. Ух ты ж, ё-моё, посмотрите, какие-то профсоюзные билеты. Профсоюзный билет синий, красный, зеленый. Все они подписаны, что-то у них осталось. Дофигища макулатуры. Да, друзья, это можно назвать сейчас именно так. Именно макулатура. Никому не нужно. Зелененький цветочек, который пытается дожить свои последние дни. Рабочие места людей, которые никогда сюда не вернутся. Так, друзья, мы продолжаем исследование. Тут что-то тоже пищит. Заглянем с вами за шторку. Посмотрим этот красивенный кабинет. Какое-то инженерное помещение, где творили чертежи, собственно, такие вот. Ё-моё, какие здесь огромные помещения инженерные. Трудовой паспорт. Обалдеть, ребята. Посмотрите, знамя труда. Смотрите, тут было рабочее место. Номер такой-то, такой-то. Вот сюда мы заглядываем. У человека тут лежало удостоверение. Пожарно-технический минимум. Какие-то журналы и его личные вещи. Ребята, тут все мигает. Если вы прислушаетесь, это походу орут голуби. Так, смотрите, это лаборатория на кодовом замке. Так, все серьезно и опасно. Сейчас мы с вами посмотрим установки, которые здесь остались, сохранились. Вот такая какая-то большая пультовая установка. Ну или не пультовая, хрен знает, она вся выпилена. И тут тоже. Так, надеюсь, он все видит нормально. 2016 год. К сожалению, они все повыпиливаны. Ну, вы просто посмотрите на эти масштабы. Просто невероятно. Лаборатория номер 5. Что ж, посмотрим, что у нас сохранилось в этой лаборатории. Тоже стенды для проверки, наверное, какого-то изделия. Да.
Каждое изделие было под номером. Постоянно орут какие-то голуби здесь. Сам по себе включен свет. Ну, естественно, сам по себе кто-то его включил. Но факт остается фактом. Лаборатория – система управления технологическим процессом. Вот, нам все озвучили, поэтому посмотрим на эту лабораторию. Такой же стенд. Ну, они, наверное, все разные, конечно, но я вам могу сказать то, что вижу. Для меня они, естественно, все похожи. Тут уже монитор, он, смотрите, плоский стоял. А что? Ну, довольно-таки классное помещение. Мы пробираемся в главный цех, в котором мы тогда не смогли пробраться. Посмотрите, как тут светло. Вот еще будка. Главное чипование. Вот это главное чипование. Здесь сидел охранник, также проверял пропуски. Здесь стояли самолеты. Вот еще ящики, вот эти детали остались. Мы туда не пойдем, да? Нет, пойдем, пройдем. Вот журнал учета. Пост сдал, пост принял. А когда пост сдал последний раз тут? Смотри, 08.02.2022. Вот как раз февраль, когда охрана менялась. Так, начнем новую страницу. Давай, тут. Да, лучше новую. Тут внутри очень тихо. Тонированные нас с улицы не видно. Да, все прекрасно. Нам видно, а нас не видно. Да. Какой-то звук я слышала сейчас. Надеюсь, здесь никого нет. И никому не приспичит его проверить. Кстати, прямо там из обидного на нет. Такой стул стоит одинокий. Вообще странно. Да. Хотя здесь вроде машины ездят, как бы. Огроменное просто помещение. Здесь, короче, стояли самолеты, несколько мигов. Они же, в принципе, небольшие были, и они были размещены по этому цеху до конца. А это впереди, это не стена, это ворота. Они распахивались, и готовое изделие, получается, выезжало. То есть сегодня мы посмотрели, можно сказать, полный цикл производства самолетов, только без самолетов. Жаль, что они не дожили до нашего времени. Мы видели нос, мы видели шасси. Да. Сейчас еще всяких запчастей посмотрим. Тут вот документацию, просто много, груда хлама. Да. Все, что осталось. Все, что осталось, мы посмотрели. Боже мой, этот цех, это пипец. Вот там, кстати, свет горит или да, что-то какая-то табличка. Как жаль, что это все сейчас груда просто мусора. Ой, какое оно мягенькое. Ага. Тут у нас мастерские, я так понимаю. Что? Здесь просто можно проводить, я не знаю, сутки напролет, потому что все посмотреть просто невозможно. Это не представляется возможным, друзья. Посмотрите, зиловский холодильник старенький стоит. Обалдеть, сколько проводов. Смотрите, тут даже микроскоп сохранился. Да, это микроскоп. Наверное, для сборки каких-то мелких, мельчайших деталей. Ребята, смотрите, здесь у нас горит свет. Не знаю, что это такое, туалет, наверное, или какое-то помещение, но свет здесь горит. Да, это туалет, и он демонтированный. Стеклянная лопасть самолета. Там реально какие-то звуки, не знаю, слышно вам или нет, но лучше бы нам, наверное, уже идти на вылаз. Я думаю, на сегодня мы хорошо поснимали. Пишите, как вам вообще понравилось, не понравилось. Мне безумно понравилось. Ну что ж, ребята, я думаю, на сегодня достаточно. Я думаю, мы с вами очень много всего посмотрели. Пишите, как вам зовут Мик. Мне он безумно понравился. Это просто какая-то невероятная атмосфера. А мы с вами на сегодня заканчиваем. Обязательно подписывайтесь на всех моих друзей, все ссылки будут в описании. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что прямо сейчас, прямо сегодня я уже туда все вывалила, и там все мои друзья узнают все самыми первыми. В общем, пишите свое мнение. Я считаю, что сюда надо возвращаться, потому что у нас осталась сегодня непросмотренная лаборатория, мы вымотаны, мы ходили тут 5 часов, если не больше. Нам нужно еще каким-то образом вылезти, потому что там мы слышали подозрительные звуки, там
что-то пили, это работает. Странно, сегодня суббота, но почему-то ведутся какие-то странные дела на территории. Нам нужно как-то вылезти отсюда и остаться незамеченными. Надеюсь, вы поставите свой лайк. Надеюсь, видео вам понравилось. Мои труды не напрасны. Поэтому придем с вами сюда еще. Всем до новых встреч. Пока.